Ребят, мы на своих растениях, в том числе и юки, они у нас находятся в зимнем саду, обнаружили щитовку. Посмотрите, как она выглядит. Вот такой вот серый налет. Можно рукой ее снять, но лучше сейчас вам показываю, что будем делать. Берем или хозяйственное мыло, растворяем в теплой воде, или жидкость для мытья посуды. Мы каждый листик вот так вот, видите, посмотрите. Вот я все сняла. И оставить минут на 10 хотя бы в таком варианте. Вот еще посмотрите, сколько я прям засилие. Листья становятся липкие. Да. Эта юка у нас уже обработана. Я сейчас ее смою водой. В конце обработаем октарой и плюс обработать все растения, которые находились в окружении и рядом.